Губернатор Александр Ткачев встретился с руководителем группы компании ВКБ Виктором Будариным. Эта корпорация является лидером по строительству доступного жилья в регионе. Кроме этого, застройщик активно вкладывает средства в создание социальной инфраструктуры. Ваша строительная корпорация, можно сказать так, что уже занимает серьезную долю в Краснодарском крае в строительной индустрии. 700 тысяч квадратных метров – это действительно объем, заслуживающий уважения, огромное количество работающих людей, высокая зарплата, налоги около 5 миллиардов ежегодно. Какие планы на 2014 год и какие цены жителям города и края ждать на рынке от вашей компании? Надеюсь, они будут невысокие. В прошлом году мы построили, сдали 11 детских садиков, построили вот котельные, две, которые одна на гидрострое, одна, значит, на Восточно-Крупковской, общая мощность 170 гигакалорий. Ситуация сейчас, конечно, на рынке немножко, так сказать, цены начали расти, вот, но средняя цена все равно у нашей группы компаний на сегодняшний день 38,5 тысяч за метр квадратный. То есть это, в общем-то, это средняя цена. Трехкомнатной квартиры еще у нас можно купить там, за 35 тысяч за метр квадратный. Стоимость жилья в Краснодаре сегодня одна из самых низких в Южном федеральном округе. Группе компании ВКБ держать цены на уровне позволяет собственное производство. Строительные материалы компания не закупает у посредников, а строит свои заводы по выпуску сухих смесей, бетонных плит и газобетонного блока. Поэтому и жилья эконом-класса корпорация возводит больше, чем остальные. В этом году планирует сдать, как и в прошлом, рекордные 700 тысяч квадратных метров. Это огромный плюс, это запас прочности для многих молодых семей, тех, кто действительно нуждается в приобретении своего первого жилья, там, расширение возможностей и так далее. То есть это, и прежде всего это происходит, потому что очень большое предложение. То есть мы много строим, а значит конкуренция между производителями, между строителями, и цена естественным образом опускается. Это и есть самый главный рычаг влияния, да, на ценообразование. Как отметил Александр Ткачев, важно, что группа компаний ВКБ сегодня задает стандарты работы для других строительных компаний региона и на своем примере показывает, что такое социальная ответственность бизнеса. Помимо социальных объектов, в микрорайонах корпорация значительные средства направляет на строительство инженерных коммуникаций. Виктор Бударин показывает губернатору фотоальбом. На снимках Анапский водовод протяженностью 39 километров. Он позволил решить проблему водоснабжения целого района. А теперь ВКБ строит для курорта еще и очистные сооружения. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.